Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним. Мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
подмосковные деревни Тропарёво, Чертаново, Медведково, Беляево-Богородское и, конечно же, Черемушки не подозревали о том, что обретают бессмертие в те грустные для них дни, когда их навсегда сметали с лица земли. Деревня Черемушки дала свое имя всемирно известным московским новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь чуть ли не в любом советском городе есть свои черемушки. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. До какой нелепости доходили наши предки. Они мучились над каждым архитектурным проектом. А теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр «Ракета», где можно посмотреть типовой художественный фильм. Скажите, а апельсинчиков у вас нету? Пожалуйста. Там апельсины. Все на ярмарку сюда. Тут игрушки и хлопушки. У нас много тут подарков. Приходите к нам, друзья. Название улиц тоже не отличается разнообразием. В каком городе нет? Первый садовый, второй загородный, третий фабричный, первая парковая, вторая индустриальная, третья улица строителей. Красиво, не правда ли? Одинаковые лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет, типовые квартиры обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки. Женечка, угу. У меня есть к тебе предложение самое неожиданное. Правда? Ну, не пугай. Жень. Что? Давай встречать Новый год вместе. Конечно, вместе, Господи. Мы и собираемся вместе? Нет, ты не понял. Давай совсем вместе. Это как совсем? Я не понимаю. Не пойдем к Таняну? Нет, Галя, это неудобно. Нет, ну что ты, мы же договорились. Ну, это мои друзья. И потом, ты же салат уже приготовила из крабов, а я так люблю крабы. Ну, тем более, съедим их вместе. Ну, где же мы их съедим-то? Ой, Женька, какой ты непонятливый. Ну, мы же будем встречать здесь, у тебя. Где вот тут, вот. Подожди, а Катаняны-то как? Я не понимаю. Олег предлагает встречать Новый год, между прочим, в ресторане Останкинской башни. Дай мне, пожалуйста, макушечку. Он вращается. Кто вращается? Макушечку дай мне, пожалуйста, ресторан вращается. А, ну если ты хочешь вращаться, тогда, конечно, вращайся. Женя. А? Я хочу встречать Новый год с тобой. Только с тобой. Правда? Давай. Глупый какой. А кого мы еще позовем? В том-то весь и фокус, что никого, понимаешь? Никого. Нет, подожди, ну как никого? А мама как? Мама с нами будет встречать? Мама? Да. А мама уйдет. Все приготовит, накроет на стол. Я, естественно, помогу. У тебя мировая мама. Слушай, это замечательная идея. Что же на мне самому-то первому в голову не пришло? Ну, кто-то же из моих должен быть сообразительным, а? Это будешь ты у нас. Женька, ну я упаду. Женька, ну прекрати. Ну, Женя, Женя. Подожди. А как же Катаняна? Я не понимаю. Олег предлагает мне встречать Новый год, между прочим, в Суздале, в монастыре. К черту Олега, к черту монастырь. Женька, я не хочу в монастырь. И правильно. Я хочу быть с тобой. Со мной. Простите, вы не скажете, как мне пройти на третью улицу строителей? Улицу строителей? Третья, да. Вот за теми высокими домами. А, вот туда, да? Да, налево, там увидите церковь. Спасибо, понял. Пожалуйста. Спасибо. Мы будем встречать Новый год вдвоем. Так. Ты и я. Я выпью. Так.
разбуянился. Ну? Расхрабрился. Так. И, наконец, тебе скажу все, что я должен сказать. Женька. А? Неужели ты сделаешь мне предложение после 2-летнего знакомства? Не должен. Давай подождем до Нового года. Должны пробить куранты. Подождем. Да нет, я просто боюсь, что у тебя никогда не хватит смелости. Ну, это трусость старого холостяка. Ты знаешь, я же делал уже предложение одной женщине. К моему великому изумлению она согласилась. Вот. Но потом, когда я представил себе, что она будет жить в моей комнате, каждый день мелькать у меня перед глазами, туда-сюда, я не выдержал и сбежал в Ленинград. А от меня ты тоже убежишь? Нет, от тебя не убежишь. Все решено окончательно и бесповоротно. Держался и рухнул. Женя, угу. А вот как ты считаешь, когда люди поют, а? Поют? Угу. Когда? На демонстрациях? Так, ну еще. Ну, я не знаю, в опере поют? Ну, нет. Когда выпьют, поют. Балда. Почему? Знаешь, когда люди поют? Когда нет слуха и голоса? Mm-hmm. А когда? Когда они счастливы. Правильно. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег. И кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторженье дрожь, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Марина Дмитриевна! Тише! С наступающим и с новосельем! Чего ты кричишь? А
А что происходит? Мама, кто там пришел? Соседка пришла за луковицей. Что случилось? Павлик, зайди завтра, слышишь? Как завтра? Я завтра не могу, я сегодня улетаю в Ленинград. Счастливого пути. Павлик. Чего ты хулиганишь? Мама, кто там опять? Тетя Вера прислала телеграмму. Мария Ивановна, вы помните, что в детстве, когда от нас учили говорить только правду? Помните, нет? Было это? Бывают такие случаи, когда неплохо соврать. Да? Да. А то, что нас в бане ждут Мишка с Сашкой, это ничего? Ничего. А из бани я сразу улетаю в Ленинград. Повеселитесь сегодня без Жени. Кстати, да? Чего ты выезжаешь в Ленинград? Да Ирка там задержалась в командировку. И проще, чтобы я туда прилетел, в Ленинград, чтобы там с ним встречать Новый год. Что случилось-то? Пока это тайна. Ну, какая тайна? Со временем ты все узнаешь. Мария Ивановна, у Женьки от меня тайн нет. Иди в баню. Я... Женечка, Галя. Женечка, мне пора. У меня еще столько дел сегодня. Галя. Что? Галя. Дело в том, как это... Ну что, что? Говорится-то... Я люблю тебя. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Но я же вечно буду мелькать у тебя перед глазами, а? Мелькай. Мне этого очень хочется. Вот ключ. В 11 приходи встречать Новый год. Салат принести? Салат? Подожди, я не понял главного. Ты согласна? Ну, я же взяла ключ. А это что значит? А ничего это не значит. Понял? Нет. До вечера. Угу. Маме привет передавай. Галя, но с Катанянами все-таки не очень хорошо. Обойдутся. Мама! Средь шумного бала случайно тревоги мирской суеты. Ты знаешь, мама, мне кажется, я женюсь. Мне тоже так кажется. Ну и как тебе, Галя, нравится? Ты же на ней женишься, а не я. Ну, ведь ты же моя мама все-таки. Важно, чтоб ты это помнил после женитьбы. Бери. Так, значит, я так понимаю, Галя тебе не нравится, да? Я не могу сказать, чтобы я была от нее в восторге. Ну, в общем, она не глупая. Так. Воспитанная. Понятно. И потом, если ты сейчас не женишься, ты не женишься никогда. Нет, мне 36 лет всего, между прочим. Это бестактно с твоей стороны напоминать мне о моем возрасте. Но я не обижаюсь. Пусти. Пусти. Перестань. Но я же не обижаюсь. Я мировая мама. Я сейчас все приготовлю и уйду к приятельнице.
Куда ты запрятала бокалы? Бокалы? Сейчас найдем бокалы. Здесь, мам, здесь. Здесь в переезде ничего не найдем. Так, тут их нет, бокалов. А где же они? А, вот они. Вот. И все-таки, что она во мне нашла, а? Она ведь намного младше меня. Потом она такая красавица. Я тоже удивляюсь, что она выбрала тебя, когда ты такой болван. Чего-то я болван. Зачем ты говорил ей про Ленинград? А что? Когда делают предложение одной женщине, так, то не вспоминают про другую. Ах, вот так делают? Ах, вот так. Понятно. Угу. Ну, все, вот теперь я все понял. Теперь все понятно. И как делают предложение, я теперь понимаю. Болтун! Скажи, кто это все время звонил? Павел, что ли? Павел. Он уезжает в Ленинград. Я его выставила, чтобы он тебе не мешал. А может, мне все-таки пойти в баню? Они меня заждались в бане, мам. Ничего не будет плохого, если ты Новый год встретишь чистым. Ну, решено. И думается. Я понимаю. Ванная в каждой квартире, это правильно. Да. Это удобно. Да. Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь, да? Да, тебе. И потом добрые пожелания с легким паром в ванной. Да, от свеженького. Ну, разве в ванной есть пар, а? Миша прав, баня очищает. Ой, ребята, как... Как тут не прекрасно, но мне пора. Все-таки ты нехороший человек. Почему? Ну, мы все ждем. А чего вы ждете? Ты что, хочешь уйти сухим? Не хочешь отметить свои женитьбы? Здесь в бане, что ли? Нет, ребят, ну, вообще Женя прав. В бане же не отпускают. Ну, конечно, нет, в бане не отпускают. Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Вот. Нет, ну я не буду. Не могу. Ну, одной, потому что мне это лично на аэродром. Люди, не волнуйтесь. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать. Ребята, давайте завтра, а? Приходите ко мне завтра. И вообще, мы так редко встречаемся. Давайте я вас с женой познакомлю. Завтра я буду в Ленинграде. Ну, пей. А все-таки интересно, Женечка, что ты в конце концов выбрал? Ну что? Что? А кого? Это ужасно. Водку после пива. У меня ночное дежурство было, сотни пациентов. Под шоколадка? Какая ни на есть все-таки закуска. Ну ладно, давайте вот по глоточку и все. Павел, скажи тост. Ты из нас самый красноречивый. Да. А ты из нас самый недалек. Спасибо большое. Нет, я говорю. Ну ладно, давай. Ребята, выпьем за Женечку Лукашина. Павлик, перестань. Нет, ребят, давайте без дураков. Самого застенчивого, действительно, из-за человека, который, наконец, преодолел себе это качество и женился. Ну, хватит. Последним. Жень, последним из всех нас. Жень, сейчас серьезно, как друзья. Будь счастлив. Будь счастлив. Будь счастлив, Женя. Ну, спасибо, за это надо. Да, да, так сказать, серьезно. Как мужчина. Серьезно, это да. Ну. Слушай. А как ее зовут? У нее... Заешь. Прекрасное имя. Гая. Прекрасно. А, очень главное, что примечательно. Ребята. Ну? Положение безвыходное. Ага. За Галю надо выпить. Но, не, ребята, ну, за Галю за одна. Ну, Галка, будь счастлива. Слушайте, ребята, такие все-таки мерзавцы. Женя. У меня до приема в поликлинике было ночное дежурство. Ой, теплый, ой. Расскажи, как ты с ней познакомился? Это целая история. Ну. Она пришла ко мне в поликлинику. А она что, больная?
Нет, ну, значит, у нее был вывих, А, ну теперь все ясно, именно поэтому она с тебя и выходит. Нормально, все ясно. Ребята, выпьем за то, чтобы они оба были здоровы. Ты с ума, а ты что, их рожаешь, что ли? Жена велела взять для гостей. Нет, ребят, я в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром не попадаю. Положите на меня. Я не попадаю на аэродром. Положите, я никогда не пьянею. Дай-ка билет. Дай-ка свой билет. Я категорически мне не на здоровье. Она подумает, что я алкоголик. Ну, это вообще неслыханно, ребят. Доктор отказывается пить за здоровье. Давай. Ну что? Черт меня дёрнул. Пойти с вами в баню. Ну, а теперь расскажи, как ты с ней познакомился? Ты у меня? Да. С кем? С Гарри. Или у тебя есть еще кто-нибудь? Нет, у меня никого нет, я холостой. О! Выпили. За что? Выпили за холостяка. А вы холостой же, ура! Вот за это. Тихо выведут. Выведут. Это хорошо. А я как представлю себе, какой будет скандал, если я, может быть, приду домой встречать Новый год. Ребята! Ребята, люди! У меня родился очень важный тост. Не-не-не. Тебе больше нельзя, ты сегодня женишься. Нет, я не забыл. Но если забудешь, я тебе напомню. Потому что я не пьянею никогда. Ребята, давайте выпьем за нашу дружбу. Умница. А? Умница. Давай. Красиво за... говоришь. Умница. За здоровье. Ты прирожденный оратор. Подвинься, немножко. Прирожденный оратор. Давай сфотографируем, взвесимся на брудершафт. Сколько мы с тобой в сумме потянем? Ребят, родился лирический нежный тост. Давай, лирический. Не лирический. Нам нужно на аэродром. Зачем? А? Кто-то из нас летит в Ленинград. Да? Да? Кто? Поехали. Не поехали, а полетели. Пристегнулись простынями. От винта под крылом самолет. Душевно поет зеленое море тайги. Еще раз. Под крылом самолет. О чем? Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград. Пассажиров просят пройти на посадку в самолет. Продолжается посадка в самолет. По-моему, это наш самолет. Я с тобой согласен. А ты не помнишь, кто из нас летит? Нет. Постой. Положись на меня. Пойдем простым логическим ходом. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Ты летишь в Ленинград? Нет. Нет? Нет. И я нет. Внимание, внимание. Продолжается посадка в самолет Ту-134. Следующий рейс... Павел, может лететь в Ленинград? Может. Может. А Женя? Тоже может? Тоже может. Они оба могут. Кинем жребий. Мы не будем полагаться на случай. Мы в бане пили за что? За Лукашина. Потому что он женится. У тебя поразительная память. Сейчас не об этом. Значит, Женя летит в Ленинград на собственную свадьбу. И он сам бы об этом сказал, если бы его не развезло от усталости. Подожди. Он сказал, что он познакомил своей невестой в поликлинике, когда она пришла к нему на прием. Хорошо. Я тебе отвечу.
Это значит что? Что? Это значит, что она приезжала в Москву в командировку. Железная логика. Железная логика. Внимание, внимание. Заканчивается посадка в самолет Ту-134. Следующий рейс в 390. Аккуратней. Аккуратней. Куда у меня ничего? Навстречу твоему счастью. Ой, погоди. Хорошо, что мы его помыли. Навязался на мою голову. Повторяю, произвел посадку самолет, прибывший 392-м рейсом из Москвы. Черт! Пить надо меньше. Павлик! Внимание, внимание! Сведения пассажиров, вылетающих 361-м рейсом в Красноярск. Вылет самолета задерживается до 24:00 по метеоусловиям Красноярска. Повторяю. Сведения пассажиров, вылетающих 361-м рейсом в Красноярск. Вылет самолета... До Нового года 2 часа 50 минут. Молодой человек, осторожно! Где я? Там же, где и я. А вы где? В аэропорту. По дороге в Красноярск нелетная погода. И в худшем случае... И в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле. А в лучшем? Тоже в кресле. Только в воздухе. Вы встречали Новый год в воздухе? Нет, не хочу. И я не хочу, а что делать? Вы кто? Внимание, внимание. Сведения человек. Мы провожали Палиха. Сейчас я иду домой. Очень хорошо. Идите, идите. С наступающим. И вас также. Не надо фамильярности. Вот вам, пожалуйста. Ну, вы свободны? Нет, пожалуйста. Третья улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж. Хоть пятый. Люди, с наступающим вас! Ой, ужасно! Вот так. Ой, наконец-то я дома приехал. Кого не будет в доме? Ой, какие люди! Ну-ка ты меня не боишься! Осторожно!
осторожно. Руку так. Я провалился. Спасибо. Проходите. Нет, пожалуйста. Нет, после вас только. Не кусаемся мы, нет? Закрываем. Ну, поехали, да. Заходи в гости ко мне. Квартира 12 у меня. Дай Джим на счастье лапу мне. Давай. Не дает? Ну, засыпающим тебя. На-на. Ой, собаки ходят. Тут. Мама! Подождите, пожалуйста.
проснитесь, слышите? Немедленно проснитесь. Вставайте. Вы живой или нет? Ах так. Проснитесь. Немедленно проснитесь, слышите? Вставайте. Что вы здесь делаете? Меня трясти не хочешь, что я посплю немного, еще не надо. Кто вы такой? Как вы здесь оказались? Не надо тянуть меня. Вставайте! Вставайте сейчас же! Ну, мешаешь спать, ну и кошмар. Ну, ладно, берегитесь. Я вас в последний раз предупреждаю. Ой, вот так хорошо. Еще поплыли. Что такое? Что такое? Ну что вы мокрые, обалдели? С ума посходили все, что ли? Это же я вам не клумба. Что вы такая, а? Какой кошмар. Ну-ка, выметайтесь отсюда, жила. И без разговоров. Что вы здесь делаете? Я тут спим. Что такое? Что вам тут нужно, а? Ну-ка, хватит что? Дурака валять. Почему? Что вы здесь разлеглись? Ну, что? Ну-ка, выкатывайтесь отсюда, живо! Хамство, мало того, что ворвались, ко мне в квартиру ведете себя как бандит. В чем дело, я не понимаю. К вам в квартиру! Да, я тут живу с вашим. А где, по-вашему, живу я? 3 дня, это я не знаю, это мне совершенно неинтересно, безобразие какое-то. Между прочим, сейчас сюда придет моя невеста, Галя. Я не хочу, чтобы нас вдвоем... Ваша невеста? ...застукали, да. А моя... Объясните мне, наконец, невеста. Почему ваша невеста придет искать вас у меня дома? У меня сейчас не до шуток, у меня голова разломается. Ой, который сейчас, а? Боже мой, скоро 11. Ко мне должны прийти с минуты на минуту. И ваше присутствие здесь совсем не обязательно. Почему ваши друзья хотят встречать Новый год в моем доме? Я пить хочу. Что вы с ума сошли? Почему безобразие не чистится, ну? Послушайте, ну вы хоть что-нибудь соображаете, а? Все, безусловно. Где вы находитесь, по-вашему? Я у себя дома нахожусь. 3-я улица Строителей, дом 25. Да нет, это я живу. 3-я улица Строителей, 25, квартира 12. Нет, лапонька. Брысь! Ну что же вы хулиганите, едите-то в самом... Мы тут живем с мамой, полезная площадь, 32 квадратных метра. Да нет, это у нас с мамой отдельная квартира, площадью в 32 квадратных метра. Поздравляю вас, у нас не очень большие квартиры. Очень ценное что? Наблюдение. Ну, кто меня закатал? Я была бы вам крайне признательна. Если бы вы как можно скорее испарились. Не трепыхайте меня, я требую уважения. Мама! Мама ушла. Ну, бью! Ой! Чья мама ушла? По счастью, у нас с вами разные мамы. Да? Пардон. И они, мамы, обе ушли? Мне кажется, один из нас сумасшедший. Я догадываюсь, кто. Я тоже знаю, кто.
На меня намекаете? Караул! Почему вы переставили мой шкаф? Как его внесли, так он и стоит. Это мой гарнитур, это польский гарнитур. 830 рублей. И 20 сверху. Нет, я дал 25. Ну, это ваше дело. Кошмар какой, наваждение просто. И ширму нашу фамильную умыкнули. А почему мама поставила чужие тарелки? Наконец-то вы начинаете прозревать, слава богу. А что тут прозревать-то? Значит, вы вошли, переставили мебель, поменяли тарелки. А куда вы подевали мою люстру? Отвезла в комиссионку. Зачем? Где я, а? Третья улица, Строителей, 25, квартира 12. Ну, правильно, это мой домашний адрес, честное слово. Ну, у меня такое ощущение, что я почему-то не дома. А? Вот и прекрасно, а? Теперь можете уходить со спокойной душой. Не надо, куда же я пойду в таком виде, что... Мое новогоднее платье! Не обнажайте меня! Вот ты, пальто! Вы мне ногу отдавили, что вы хулиганите! Это мой дом, я тут прописан! Ваш дом! Да, мой, не ваш, а мой, и мамин. Я вам паспорт покажу. Пьяница! Хулиганка! Где мой пиджак? Пиджак? Откуда я знаю? А кто знает? Где я его повесил, серый, в елочку из Мосторга? Вот он, мой пиджачок, висит. Сейчас я вам покажу, где я проживаю, а то врывается. Вот есть Москва, третья улица, Строителей, дом 25, квартира 12. Вот, читайте, это документы, между прочим. И все, и, пожалуйста, чешите отсюда. Давайте, давайте, хватит дурака валять. Что такое? Отдайте Москва. Паспорт. Да, Москва, Москва. Да. Что да? Что? Вы думаете, что вы в Москве? А вы думаете, я где, а? Да, да, а, да. Что да. такое? В Москве, деточка, в Москве, столица. В моей Подождите. Москве. Что? Ну, почему вы туда залезаете-то, ну? Что вы все время шарите по моей мебели? Пожалуйста. Что вы тут достали такое? Ну, и что это? А? Город Ленинград, третья улица, Строителей, дом 25, квартира 12. Что? Ну? Подождите, я ничего не понял. Вы что намекаете, что я в Ленинграде? Вот. Чего вот? В Ленинграде. Как я мог оказаться в Ленинграде? Бедный. Мы пошли... В баню. С легким паром. Спасибо. А теперь хватит. Не Уходите. Надо. Нет, нет, куда же я пойду? Что вы смеете? Ну вот... Не надо на меня руками махать. Вы мне объясните, я что, сейчас в Ленинграде, что ли? Вот это сейчас город на Неве? Подождите, я все прекрасно помню. Мы... Поехали на аэродром провожать Павлика. Перед этим мы мылись. Это что же, я улетел вместо Павлика, что ли? Не надо пить. Нет, я вообще не пью. Это произошло случайно. И, значит, я сейчас... В Ленинграде? Ой,
какой кошмар. Значит, Галечка сейчас в Москве, а я на полу в Ленинграде. О, Господи, хоть бы я улетел в какой-нибудь другой город. Происходит. Не открывайте, я вас прошу. Сразу не открыть, это хуже. Нет, идите сюда, вообще не открывайте, давайте закроем. К вашему сведению, это пришел он. Кто он? Я оденусь, не открывайте, я без штанов. Здравствуй. Здравствуй. С наступающим, Наденька. Ну, давай. Ну, как ты доехал? Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ну, ты будь осторожен. Ты у меня такой лихач. Спасибо. Спасибо, Надюша. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл, я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо. Я тоже приготовила тебе подарок. Но он в комнате. Ипполит, я должна тебе кое-что сообщить. Что? В это невозможно поверить. А что такое? Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Так. Ипполит, я тебя умоляю. С наступающим вас, не доведите себя прилично. Ипполит, я прошу тебя. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок. Спасибо. Нет, нет, ради бога, я вам сейчас все объясню. Она тут ни при чем. Ни при чем. Это я во всем оказался. Мне бы хотелось узнать одну маленькую деталь. Так, из любопытства. Узнавайте. Кто это? Где? Я его не знаю. Это посторонний. Это совсем незнакомый мужчина. Мужчина? Как он сюда попал? Это невероятное совпадение. Вот, невероятно. Он тоже живет. Третья улица. Строители, 25. 25. Квартира 12. 12? Но только в Москве. В Москве я живу. А это что? Где? А это мои штаны. Ой, осторожнее помнете. Он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Там они выпили. Ну, безусловно. Ты посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Да. И его по ошибке запихнули в самолет. Самолет меня. Где? В бане? Нет, в бане. В бане нет самолета. А вас не спрашивают. Заткнитесь. Нет. Ну-ну. Мы там мылись. Скажи ему, с Павликом. Да замолчите вы! Они из бани поехали в аэропорт. Провожать Павлика. Провожать Павлика. Ага, да. Здесь еще и Павлик. Нет. Нет, ну тут нет Павлика. Где Павлик? Я вместо Павлика. А, значит, должен был прийти Павлик, а пришел вот этот тип. Ну, ну не
никакой вы... Ну, никто не должен был прийти-то, ну! Никто не должен был прийти. Никто не должен. Вот этот попал в самолет по ошибке. Ну, конечно. Его что, в багаж сдавали? Ну, какой багаж? Может быть. Я не помню. Я вам сейчас все объясню. Мне надо одеться, мне неудобно. Подержите, друзья мои, держите, держите. Я сейчас одену и все вам... Посмотри на него, какой он несимпатичный. Он просто отвратителен. Нет, это спорный вопрос, между прочим. Я вам... Не делал ничего плохого. Как он оказался в твоей постели? Случайно. Я сейчас все объясню. Извините, хозяюшка, я не знаю, как вас зовут. Так. Ой, он у тебя в постели, но он не знает, как тебя зовут. Прекрасно. Не надо толкать. Ипполит, подожди. Ипполит, что-то упало. Ипполит, послушай, меня если бы он знал, как меня зовут, ты бы не... Ты бы остался. Прекрати, пожалуйста. Ну, иди, ну подожди, ну что ты? Я тоже не знаю, как его зовут. Я его первый раз в жизни вижу. Вот, вот теперь я тебе верю. Прекрасные современные нравы. Почему вы меня все время роняете? Ты зачем? Я... Вот тут плечо ударило. Я сейчас уйду навсегда. Давай не будем друг другу портить новогодний вечер. Не будем портить друг друга. Не заставляй меня все время оправдываться. Ну в чем дело? Я ни в чем не провинилась перед тобой. Вот наши паспорта. Какой-то забулдыга попал ко мне в квартиру. Нет, я не забулдыга. Господи, как он мне надоел. Да подожди. Доктор. Хорошо, предположим, он случайно оказался в Ленинграде. Совсем случайно. Предположим, у него тот же адрес. Но зачем ты его впустила? Я его не впускала. Я не пойму. Идите вы, наконец, я сам вошел. У меня ключ подошел. Может, ключ? Значит, ты дала ему ключ? Да не Нет. давала, ну какой вы тупой. Уходите. Не надо меня больше Ипполит. Толкать. Толкачи Ипполит. Какие-то. Почему ты мне не веришь? Честно, почему нам не веришь? Ты сам Этот деле. Тип противен мне так же, как тебе. Ну, конечно, я сам себе противен. Извините. До свидания. Где ты тут? Дом же такой же, в точности. Домой, домой. Молодой человек, извините, как мне попасть в аэропорт? Мне нужно в Москву. Там за углом 30-й автобус останавливается. Пожалуйста. А это действительно Ленинград? Пить надо меньше. Ну, перестань дуться. Не смей меня ревновать. Если я кого-нибудь полюблю, ты узнаешь об этом первый. Не смей ревновать. Интересно. Да нет, я не сержусь. Ну, просто ты тоже должна меня понять. Я прихожу, я а тут... Я тебя понимаю. Черт. Я тебя очень хорошо понимаю. Я на твоем месте закатила бы такое... То, что он появился в твоем доме, это вполне соответствует твоему характеру. Почему? Потому что ты безалаберная. Молчи, ты непутевая. В моем доме он вряд ли мог бы появиться.
Странно, что ты его вообще обнаружила. Мало ли, что там валяется. Ты угадал. Я его не сразу заметила. Это же настоящие французские духи. Они такие дорогие. Пустяки. Я тебе тоже кое-что приготовила. Что? Еще один подарок? Пожалуйста. Что это? Бритва самой последней марки. Ой, зачем, Надя? С этими, как вы, плавающими ножами. Ну, зачем делать такие дорогие подарки? Беру пример с тебя. Ну, спасибо. Мое платье. Я забыла одеть праздничное платье. Сейчас, подожди. Хорошо. Одну минуту. Подожди. Угу. Эй, сюда нельзя. Тебе очень идет. Я очень рада, что тебе нравится. Мне очень нравится. Это была блестящая идея открыть шляпный салон. Да, это естественно. Ну, я давай знаю, проводим старый год. Я добродетельна. У меня нет разлюбленных. Ведь в этом году я встретил тебя. Осторожнее там. А я тебя. Как я люблю встречать Новый год. Надя. Что? Достаточно. У меня кружится голова. Наденька, у меня к тебе одна просьба. Вот. Я очень люблю, когда ты поешь. Просто ты ко мне не объективно относишься. Еще как? Еще как не объективно? По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце
замедленного жеста, найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Чьи это стихи? Ахмадулины. Ага. Совсем прочитай. Так, можно совсем прочитай. Положить? Салат или ростбиф? Салат. Салат? И ростбиф. Надя, послушай меня. Мне сегодня в последний вечер старого года намерен поставить вопрос ребром. Мне кажется, что нам все-таки пора покончить с нашим холостым положением. Как ты на это смотришь? Я смотрю на это с удовольствием. Да? Но при условии, что ты не будешь так ревнив. Видишь ли, Надюша, я уже не молод, но я чувствую, что... Кто это еще? Понятия не имею. Подожди. Нет уж, извини. Извини. Извините, я постеснялся открыть своим ключом. Что вам опять нужно? Понимаете, какое дело? У меня в этом городе, кроме вас, никого нет. И денег тоже ни копейки, как оказалось. Билет без денег не дадут. Вы не могли бы мне одолжить рублей 15-16? Я вам завтра же вышлю, телеграфом вышлю завтра. Придется вам заплатить, чтобы вы нас оставили в покое. Пожалуйста, заплатите мне, если можно. Ну, а теперь, когда мы одни, как мужчина мужчине, что вы здесь делали? Вот тут? Вот тут. Я вам сейчас... Ради бога, не волнуйтесь, успокойтесь. Я вам все сейчас объясню. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Ну, это давно повелось, понимаете. А Павлик, он должен был лететь в Ленинград после бани, понимаете? А я должен был сегодня жениться. На ком? Жениться? Нет, ну это не имеет отношения к делу. Мы в бане выпили.
за невесту мою, потом за меня выпьет. Вы алкоголик? Нет, нет, понимаете, я вообще не пью. Я пью только чай, кофе, ну, там кефир разный, напиток Байкал, воду. Извини, Наденька. Только думаю, держи себя в руках, Ипполит, я тебя умоляю. Я держу себя в руках, я абсолютно спокоен, спокоен, да. Да говорю, понимаете, вот. Потом, после бани, мы поехали в аэропорт. Ну, там мы опять что-то пили, это я уже не очень отчетливо помню. И я думаю, меня вместо Павлика запихнули в самолет, понимаете? Ну, честное слово, это очень просто. И главное, достоверно. Что вы делали в самолете? В самолете я летел. Летел. Спя. Угу. Ну, спал. Спал. Я... Ну, хорошо, предположим, вы не помните, как вы попали в самолет. Да, нет. Но как вы вышли оттуда, вы должны были помнить. Да, да, помнить должен. Но я не помню. Но я зато помню, что сюда приехал на такси. Я сказал мой домашний адрес, и вот меня и привезли. Ну, хорошо, предположим, ключ подошел. Да. Предположим, ой, да. Наденька, да. Ключ подошел. Предположим, адрес совпал. Конечно. Но вы же не могли не заметить, что в квартире мебель другая. Да такая же самая мебель. Та же самая? Да. А вы не заметили, что в квартире беспорядок, потому что люди только что переехали? Да мы-то тоже только что переехали с мамой. 3 дня назад. Все, хватит. Хватит. Ваши 15 рублей и уходите. Ой, друзья мои, да. Вы меня так выручаете. Конечно, за удовольствие нужно да, платить. Нет, не с меня тоже хватит. Я просто должен вас напоследок расцеловать. Позвольте, я вас... Подождали бы хоть, пока я уйду. Ипполит, подожди. Ипполит, не делайте из меня идиота. Ипполит. Что вы ему сказали? Правду. Какую еще правду? Я ему сказал, слушайте, помогите мне, пожалуйста, подняться. Я с вами сегодня совершенно выбился из сил. Я ему сказал, что мы ходим в баню 31-го. Это у нас традиция. Мы моемся, понимаете, в бане ежегодно. И это я ему подробно объяснил. Слушайте, не плачьте. Пожалуйста, я вас очень прошу, не плачьте. Я сейчас его догоню. Ипполит! Подождите, не уезжайте! Ипполит, извините, я не знаю вашего отчества. Подождите, но не уезжайте вы, подождите! Ну, не валяйте вы дурака! В самом деле, будьте вы мужчиной! Ой. Уехал. Он ездит быстрее, чем я бегаю. Возьмите свои 15 рублей. Спасибо большое. Я вам завтра же вышлю, вы не волнуйтесь. Я вас ненавижу. Вы мне сломали жизнь. Вернется он, честное слово, вот посмотрите. Вспыльчивые ревни, они быстро отходят. Ой, если бы вы знали, как я вас понимаю. У меня положение еще хуже. У меня в Москве, в пустой квартире, ждет женщина, которую я люблю. А я вот здесь, в Ленинграде. Ну и что? Она не знает, где вы? Да нет, она понятия не имеет. Она с ума сходит. Так позвоните ей. Как я могу? У меня талончика нет. Звоните в кредит. Звоните по автомату. Вы чуткий человек. Позвольте, я разденусь. Очень жарко. Делайте что. Спасибо.
Алло, девушка, здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Будьте любезны, на Москву примите заказ. В Москве 454-60-21-1. Кто подойдет? Галя. А, ну, если кто-нибудь подойдет. Да. В Ленинграде? Сейчас, одну минуточку. Сейчас. Алло, нет, сейчас. Спокойно. А в Ленинграде какой телефон назвать? 14-50-30. А, девушка, девушка, 14-50-30. Когда? А пораньше. Спасибо. В течение часа сказали. Господи. Знаете что, давайте я посижу на лестнице, а вы меня позовете, хорошо? Или хотите, объясните все Гале сами, а я пойду. Ах, нет уж, Дудки, объясняйте сами. Между прочим, до Нового года осталось 2 минуты. Откройте шампанское. Оно стоит в холодильнике. Сегодня. Простите. Пожалуйста. С Новым годом. Вас как зовут? Надя. Меня Женя. С Новым годом, Надя. С Новым годом. Хорошо начинается Новый год. Ничего не скажешь. Да уж. Есть такая примета.
Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Да. А вы какой доктор? Я хирург. А вы? Я учительница. Русский язык и литература. Литература — это прекрасно. Вы знаете, Надя, надо позвонить в аэропорт, узнать, когда первый рейс. Как это мне сделать? Там лежит книжка. Спасибо. Алло, девушка? Здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Будьте любезны, когда первый рейс на Москву? Это первый? Спасибо. 7 часов. Надя, ну вы не волнуйтесь, я сейчас поговорю с Галей и уйду. Мне кажется, что вы никогда отсюда не уйдете. Ну, пожалуйста, не переживайте вы так уж. Все образуется, вот увидите. Ну вот, вот вам и Москва, пожалуйста. Алло, алло, Москва? Мне кажется, это звонил Ипполит. Кто? Ипполит. Почему вы схватили трубку? Ну, кто вас просил? Откуда же я знал, Надя? Я думал, это Москва, я же заказывал. Ну, простите, ради бога. Алло! Алло! Ленинград? Не трогайте, я сама. Алло? Ах, да, да. Москву заказывали. Москву, Москву. А, алло, алло. Извините. Алло. Галечка, это я. Ты в Ленинграде? Спасибо, что хоть позвонил. Галюша, поздравляю тебя с Новым годом, Галечка. Так ты позвонил, чтобы поздравить меня с Новым годом? Нет, я не только для этого позвонил. Я тронута. Нет, Я тебе сейчас все объясню. Я не для того, чтобы поздравить. Понимаешь, произошла просто невероятнейшая история. В этом не вас... А я волнуюсь. Все больницы обзвонила, все морги. Галюш, Галь, а ты просто удрал от меня. Послушай, Галюша, милый, я тебя очень люблю, Галь. Теперь я понимаю, почему ты заранее рассказал мне про Ленинград. Нет. Галюша, это совсем другая история. Ну, честное слово, ну что ты? Это никакого не имеет... Понимаешь, мы с ребятами, ну, с друзьями, ходим в баню, мы моемся, 30... У нас традиции. Мне не о чем с тобой разговаривать. Нет, Галечка, ну, честно, ну, ты же можешь... Проверить. Мой ленинградский телефон 14-50-30. Галюш, я вылетаю первым рейсом. Можешь не торопиться. Нет, Галя... А ключ от твоей квартиры я оставлю на столе. Нет, не надо ключ, на столе не надо. Алло, алло, Галя, подожди, не бросай трубку. Это меня! Не поднимайте, это меня! Алло, Галя! А, 3 минуты, спасибо. Ну вот, кажется, и все.
меня нет невесты. Ничего. Найдете другую. Что? Другую? Что вы в этом понимаете, другую? Я всю жизнь искал. Никогда не был женат. И вот, кажется, нашел. Почему вы на меня кричите? Слушайте, ну хватит в самом деле. Не давайте идиотских советов. Вы забываете, что вы находитесь у меня в квартире. Провались она пропадом. Квартира ваша вместе с вами и вашим... Хам. Отеллой. Что? Вы просто хам. Я хам, а вы знаете... Что я? Ну что я? Пошел вон. А вот никуда я не пойду. Идти мне некуда. Самолет мой в 7 утра. Тогда я уйду. А это, пожалуйста, скатертью дорога. А я есть хочу. Ну, нет, этот номер у вас не я пройдет. Я есть хочу, я вам объясняю. Ах так! Слушайте, вы просто Мегера. Еще одно слово, и следующая тарелка полетит вам в голову. А ваша Галя ушла. И правильно сделала. Теперь она найдет настоящего человека. Ну что? В каком смысле? Не возражаете? Нечем крыть. Да нет. Просто опасаюсь следующей тарелки. Это правильно. Это Ипполит. Прыгайте с балкона. Ну да, охота была ноги ломать. Тебя. Мы моего мужика оставили внизу, а то его потом не выставишь. Да, мужиков выставлять ой, трудно. Бутылка, бутылка. Да. Ну что, где он? Показывай. Проходите. Фу. Вот он. Во всей красе. Валя. Угу. Таня. Здрасте. Привет. Дорогой Ипполит Георгиевич. Нет. Мы Надины ближайшие подруги. Мы работаем в одной школе. Она вас прячет от нас. Мы специально заехали к вам, чтобы поздравить вас обоих. Ипполит Георгиевич, вы должны знать, да. Какой замечательный человек наша Надя. Да, как ее любят педагоги, как ее любят родители. И даже дети. Надя отзывчивый товарищ, чуткий педагог. Она ведет общественную работу. Она даже висит на доске почета. Ипполит. Она очень хороший человек. Я не Ипполит. Тот, за кого вы Ипполит. Меня принимаете. Почему Георгиевич, вы... Ну, не слушайте вы его. Присаживайтесь к столу. Да мы, ребята, мы а ты приведи сюда. Мешать. Да нет, не надо. Вы можете вы не можете только помешать, на одну потому секунду. Что мы не знакомы с Надеждой, как ваше отчество. Василий! Надежда Васильевна, мы знакомы с 11 часов. Открывай. В чем дело? Ипполит, не дурачься. Как? Ну, не дурачься, все. Надечка, почему? Пусть он подурачится, у него дело в том, так славно я действительно выходит, не ребята, вообще. Мне так нравятся ваши взаимоотношения. Да, очень. Ну, нет, очень. Ну, отношения довольно сложные. Подождите, ребята, как? Надо почему? Полотенечко, а то выстрелит. Нет, нет, не надо. Осторожно. Ипполит, Георгиевич! Пожалуйста. Ну, братцы, за ваше семейное счастье! Спасибо, Господи. Я не буду пить, это вам. Почему? Не хочу. Нет, нет, не буду. Нет, нет, будешь нет, болеть, нет, 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 нет,
Горько! Горько! Категорически. Перестаньте, слушайте, не делайте, пожалуйста, из меня посмешище. Я вас прошу, не пустите меня, что? Не хочу я с вами целоваться, в чем дело? Ну почему, Надя, с Надечкой? Перестаньте. Нет, объясните вы. Надя, что вы? Надя. И даже после этого я не Ипполит. Ипполит Георгиевич, а вам нравится, как она поет? Да. Не знаю, не слышал. Не надо. Ты что ж ни разу не спела своего Ипполита? Это моя непростительная ошибка. Давай, передай гитару. Не надо музыки, я не люблю самодеятельность. Ой, какая же самодеятельность, а? Давай нашу любимую. На. Надюша, давай. Вагончики. На Тихорецкую составу отправится, вагончик тронется перрон, останется стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Да, такого я еще не слышал. Ой, братцы, господи, хорошо-то как, а? Пойдем, а то мужской. Надя, Ипполит, будьте счастливы. Я устал возражать, я не Ипполит. Счастье к вам. Надечка, дай я тебя поцелую. Все. Все. Хороший мужик, что я тебе скажу, положительный и серьезный. Надька! Пока. Дай бог счастья. Счастливо, девочка. С Новым годом. Зачем вы это сделали? А вы тоже. Заладили, как попугай. Я не Ипполит, я не Ипполит. Ну что вы хотите, что я им рассказала про вашу баню? Чтоб на завтра вся школа говорила, что я встречаю Новый год с каким-то проходимцем. Я не проходимец. Неужели вы этого не видите? Я несчастный человек. Как будто несчастный человек не может быть проходимцем. Как же вы теперь предъявите им настоящего Ипполита? А настоящего, наверное, уже не будет. Почему я все время должен вас утешать? Почему меня-то никто не утешает? Мне в 1000 раз хуже, чем вам. Вы хоть дома у себя, а я? Но ведь это вы во всем виноваты, не я. Ну, я же не нарочно, вы же это прекрасно знаете. Я же тоже жертва обстоятельств. Можно я съем что-нибудь? Ну, ешьте, вон сколько всего. Спасибо. Не выбрасывать же. Прошлым годом ничего не ел. Вкусно. Это вы сами готовили? Конечно, сама. Хотелось похвастаться. И это вам удалось. В том смысле, я обожаю вкусно поесть. Я, признаться, ненавижу готовить.
Правда, с моими лоботрясами и лодырями времени все равно нет. Как ухожу утром... Перевоспитываете, да? Да. Я их, они меня. Я пытаюсь учить их думать. Хоть самую малость. Иметь обо всем свое собственное суждение. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. А чему они вас учат? Наверное, тому же самому. Вот это не рыба. Не заливная рыба. Это хрену к ней не хватает. Вы знаете, Наденька, а я представитель самой консервативной профессии. Да, мы можем с вами посоревноваться. Нет, я серьезно. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А вдруг оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям. Да. Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. Может быть, вы и правы. И все-таки у нас с вами, спасибо, самые замечательные профессии, самые нужные. Судя по зарплате, нет. Да, наверное. Вы знаете, Надежда Васильевна, вот когда подруги вас сейчас хвалили, черт знает почему, мне это было приятно. Не подлизывайтесь. Между прочим, в отличие от вас, ваша подруга сразу заметила, что я человек положительный. Вы же не вламывались к ней в дом? Это верно. К ней я еще не вламывался. Ну что, Надя, надо признать, мы с вами очень своеобразно встречаем Новый год, правда? Если мы с вами когда-нибудь еще встретимся, ну, так, случайно. Я думаю, мы помрем со смеху. Положим, мне было не до смеха, когда я вошла и увидела, как вы здесь разлеглись. А мне? Представляете, я просыпаюсь в своей квартире, в своей постели, и вдруг... Меня из чайников поливает какая-то женщина. А я говорю, выкатывайтесь отсюда. Выкатывайтесь. А я говорю, сами выкатывайтесь отсюда. Из моей квартиры. Вы знаете, я от возмущения просто растерялась. Ну, кто вы такой? Да. Если вор, то почему легли? Ну, вор, который устал и лег поспать в ограбленной квартире. А вы знаете, вы мне поначалу... Так не понравились? Да! Ужасно не понравились, а вы были! Слово. Вы были мне так омерзительны! Да, ну, ну, на, Надя! Ужасно! Я могу себе представить, как я вам была! Открыть.